Давай, 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 сейчас мы его расколупаем. Обалдеть, все, он начал топать. Я пошутил. Не, я же сказал, я пошутил. Он меня затопал. Пушистики, всем привет, с вами Капанда и добро пожаловать ко мне в гости. Сегодня играем, друзья, в Roblox Angel vs Demon Simulator. Короче, ангелы против демонов. Я так понял, это стандартный симулятор, клон симулятора качка. Здесь, в принципе, то же самое, но сделано тоже под свою приколюху. Смотрите, друзья, здесь у нас есть здоровенный ангел и здоровенный демон. И у них здесь большое противостояние. И нам нужно будет им помогать. Вот я такой мелкий, пока еще дрищуган. Зато у меня есть очень мимишные крылышки. Да, я на темной стороне не был ни разу. Я всегда был только на светлой. Почему? Правильно, потому что там бамбук. Короче, друзья, в чем суть? Единичку жмякаем, единичку нажимаем, начинаем молиться, да, призываем дьявола, ой-ой-ой, это все очень опасно, смотрите, у нас репутация падает, минус один к репутации, вот есть у нас тут статы, смотрите, у меня репутация 10, если мы восхваляем дьявола, у нас репутация растет вниз, то есть падает, да, нам, нажимаем двоечку, это можно сражаться, вот у нас есть культ тяпки, так, мое кунг-фу лучше, чем твое, так, подождите, он здесь молится. Кто-то там лещей раздает. Во-во-во-во, уже чувак какой-то здоровый. Иди сюда, сейчас получишь у меня. Фига себе. Святой бамбук, куда он полетел? Кого он там восхваляет, а? Короче, никому не получилось лещей раздать, ну да ладно. Третья, смотрите, друзья, кнопка. Это вот, мы молимся, да? Восхваляем, получается, Святого Духа. Репутация у нас растет. Где у нас статы? Статы, я сказал, статы. Эй-эй. Статы, все, друзья, статов больше нет у нас. Были статы и теперь чуть не жмякаются. Ну, суть в том, что у нас закапливается репутация по единичке. Дальше у нас есть на четверку то же самое. Стомп. Вот так вот мы типа, мол, хоп. А вот с девушкой, смотрите. Ать! Вот так шел мешка косолапой по лесу и ногою топ. Да, только что-то не дамажится. Ну, товарищ, можно тебя продамажить? Эть, ну что-то не работает, короче. Нога сломалась. Ах, вот так всегда, только хотел топнуть и нога сломалась. Ладно, друзья, и самое главное, пятерка. Пятерка, это мы поднимаем наши души. Соус, души, это типа наш стрендж. Смотрите, ну-ка, статы нажмутся. Почему статы не нажимаются? Что за дела? Подождите. Во, все дела, перезашел, нормуль стало. Так, вот смотрите, мы молимся, и у нас репутация. Растет репутация, вот видите, уже 15, помолились 16 и так далее. И есть на пятерку, мы собираем наши души. Смотрите, мы собираем души, и у нас растет хелс. Хелс, но наше здоровье. Видите, и наверху тоже появляется... О, смотрите, сеттинг еще такой есть. А балдешечки сюда еще не заходил. Ресет статы есть. Так, это за робоксы, наверное, да? А что тут ресет, зачем их скидывать? Короче, ладно, вот здесь вот молимся, друзья, все дела. Есть у нас также админ команд. Не знаю, что такое, 500 робоксов. Потом, если вам понравится, я могу это купить и возьмем, поглянем. PvP options, друзья, скоро будет. Есть у нас еще инвентарь. Смотрите, есть скиллы, есть магия. Но у меня покашечки ничего нету. Есть также магазин. Можно взять став, можно взять sword. А, ну это понятно, это тоже за робокс. Это все за робокс. Мне интересно, что в инвентарь. Можно потом что-нибудь здесь будет повыбивать. Так-то, в принципе, прикольно. Смотрите, мы молимся, да? Я раскачиваю свои соус. Соус это души. Можно вот так вот автокликер включить. Ну и маленечко пойти покушать, да? И вон, мы уже накопили почти 100 душ. Ништяк, давайте мы до соточки раскачаем. Я хочу еще побегать по PvP-ше. Тут типа есть броусов вот этих, когда можно PvP-шить. Так, только я так и не понял, вот что такое демон. Когда мы за демона садитесь, у нас, по-моему, ничего не растет. Возможно, было росла бы тогда больше у нас атака, но, к сожалению, ничего не растет. Вот смотрите, хоп, у нас только понижается репутация, больше ничего не увеличивается. Не знаю, друзья, надо будет, конечно же, еще поиграть и разобраться. А, я пока мисс играю за ангела, видите, а тут кто-то играет еще и за демона. Ха-ха, я же за ангела, точно. Я же ангел. Так, кому отдать лещей? Я буду сегодня злой ангел. Так, что-то меня там с небесов выгнали. Теперь будем раздавать лещей. Так, дружище, ну-ка иди сюда, будем пвпшить. Иди сюда, тебе говорят. Ой, девушка, здравствуйте. Нет, мы вас трогать не можем. Ого, какой здоровый товарищ.
По голове сейчас постучим ему. Смотрите, он демон. Будем сегодня охотниками на демонов. Да, точно, я буду только одних демонов. Давай, 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 сейчас мы его расколупаем. Обалдеть, все-все-все, он начал топать. Я пошутил. Я пошутил. Не-не-не, я же сказал, я пошутил. Он меня затопал. Так, сейчас я возьму ногу, тоже пойду топать. Так, где он? Где? Кто на меня топал? Во, здрасте, можно на вас топотопать маленько? Эть, нифигашечки не топ. Так, вот, конквест, конечно, да. Ой, девушка, мамочки, девушка из моей горыныч. Обалдешечки, вам шляпу не жмет? Еще и колонка сзади. Красота. Фига себе, что он там вытворяет, дружище, ты что творишь-то, а? Так, я могу туда запрыгнуть? О, ништяк, мне это нравится. Смотрите, друзья, будем здесь качаться. А, здесь уже занято. Так, товарищ, подвинься. Сейчас мы ему леща раздадим. Тут ангел пришел качаться. Эй, что-то не раздается леща ему. Эй, леща раздать хочу. Капец, ему вообще ничего не отнимаю, друзья. Я ему вообще ничего не отнимаю. Нифига он раскачанный. Обалдешечки. Так, все, он вроде убежал. Так, кому еще леща раздать? Эть, лево, право, лево, право, лево, право. Так, они что-то все туда тиканули. Эй, подождите меня, я тоже хочу. Ой, девчулика эта маленькая бежит, смотрите. Не, обижать ее не будем. Так, эту обижать не будем. Вот этого надо обижать. Можно тебя обидеть. Капец, как он так быстро прыгает, а, я тоже так хочу. Смотрите, друзья, здесь также у нас есть еще и Колизей. Так, это мы можем что-то выбрать, нет? Это что такое, поинты? Нет, ничего нельзя выбрать, друзья, ничего нельзя. У нас есть какой-то Колизей разрушенный, здесь можно попробовать пораздавать вещей. Так, вот, у нас здесь стоит демон. Тихо, он у нас сейчас опять. Капец, как он такой здоровый, я тоже таким хочу быть. Друзья, короче, здесь нужно очень много прокачиваться, чтобы стать таким здоровым. Не знаю, если понравится, друзья, будем здесь играть. Напишите в комментариях, сколько у вас уже душ вот этих вот соусов. И будем ли мы в него продолжать играть. Давайте, если наберем 1000 лайков, тогда я сниму продолжение этого режима. Значит, то, что вам зашло. Фу! Ладно, друзья, первый видос вводный по этому режиму я буду завершать. Если вам понравилось, пишите в комментики и ставьте лукасов. Обязательно продолжим, да? Будем вместе здесь вас хвалять либо бога, либо дьявола. Ну, это все по игре же у нас не по-настоящему, да, друзья. Все, всем желаю отличного дня и прекрасного настроения. Ну, а с вами был Медведь Капанда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.